Министерство труда России предлагает выдавать 20 тысяч рублей из средств материнского капитала на руки родителям. Средства можно будет потратить на любые текущие нужды. Меру планируют заложить в антикризисный план, который будет озвучен на следующей неделе. Сейчас с помощью средств материнского капитала можно погасить ипотечные кредиты, выдаваемые банками, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами. В ведомстве также объяснили, что трудовые пенсии с 1 февраля вырастут на 11,4% на уровень реальной инфляции по итогам прошлого года. Правительство выделило на эти цели дополнительно 188 миллиардов рублей. При этом никто не может сказать, насколько увеличится сам материнский капитал и другие социальные выплаты.